Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Сегодняшний сюжет я снимаю в другой деревне. Деревня называется Богородская. Просто хотел вам показать церковь, которая здесь. Раньше деревня была основана в 1700-х годах. Изначально она называлась Лобаново. Лобаново. Здесь стояла деревянная церковь. В 1800-х годах здесь сделали кирпичную церковь Пресвятой Богородицы и назвали деревню Богородская. Вот такая вот церковь, полностью уже разрушенная. Ну, конечно же, коммунисты, когда пришли к власти, обрушили купола и сделали из церкви клуб. Здесь при СССР был клуб. Вот такая вот церковь. Ну и есть еще здесь вот такой вот памятник. Памятник был установлен красноармейцам. Здесь белые расстреляли красных на этом месте. По-моему, 24 человека. Все эти 24 человека похоронены на местном кладбище. Раньше, говорят, была табличка, была звезда. Но ничего не осталось. Звезду спилили, поставили сверху крест. Так вот. Табличку не знаю, тоже куда-то сделали. Металлолом, наверное, сдали. У меня такие подозрения. Ну, в общем, вот такая вот разрушенная церковь, которую проще, наверное, снести и новую построить, а не восстанавливать. В том году приезжал батюшка сюда, смотрел церковь, можно ли ее восстановить. Ну, в общем, пока что дальше этого визита дело не ушло. Может быть, конечно, и будут восстанавливать когда-нибудь. Ну, будем надеяться. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока!